Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, потому что у меня очень много вкусных рецептов. Сегодня мы с вами будем готовить новогоднюю закуску всего из 4 ингредиентов. И, кстати, эту закуску можно приготовить не только на Новый год, но и на любой другой праздник. А можно даже просто на завтрак. Нам понадобится красная слабосоленая рыбка, можно копченую, слоеное тесто, свежий огурец и любой творожный или сливочный сыр без добавок. Как вы знаете, слоеное тесто при выпечке особо румяным не становится, поэтому если мы хотим получить красивый золотистый цвет, нам еще понадобится одно яйцо. Но это не обязательно. Сначала мы с вами включаем духовку, чтобы она разогрелась, ставим ее на температуру 200 градусов. Затем берем слоеное тесто, его нужно предварительно достать из морозилки и дать ему полежать примерно 40 минут при комнатной температуре. И теперь просто нарезаем его на кусочки. Смотрите, у меня тесто слоеное было не таким одним листом, оно было свернуто несколько раз, поэтому, когда оно разморозилось, оно уже изначально порвалось на неровные кусочки. Если вы берете слоеное тесто одним пластом, то, конечно же, это лучше, потому что вы можете нарезать на красивые ровные полоски, и кусочки у вас получатся одинаковые. У нас должны получиться вот такие квадратики. Здесь размер особо значения не имеет, главное, чтобы вам было удобно их есть. И нарезанные квадратики мы сразу складываем на противень, который застелен обязательно пергаментом. Теперь берем яйцо, разбиваем его в миску, взбалтываем вилочкой и с помощью силиконовой кисточки смазываем наши квадратики, чтобы они получились румяными. Смотрите, теперь нам нужно поставить противень в духовку и готовить примерно 10 минут, ну, до зарумянивания наших квадратиков. Слоеное тесто, как правило, готовится быстро, тем более оно у нас порезано на мелкие кусочки. И здесь, если, например, у вас есть кунжут, вы можете посыпать эти квадратики кунжутом. Получится тоже очень вкусно и намного интереснее. Пока тесто у нас стоит в духовке, мы рыбку нарезаем на кусочки. И огурец мы нарезаем на кольца или полукольца. Нам нужно, чтобы кусочки ингредиентов вот этих вот были примерно одинакового размера с тестом. Наши квадратики готовы, посмотрите, какие они румяные получились. Это все благодаря тому, что мы смазывали тесто яйцом. Теперь нам нужно эти квадратики разделить на половинки. Это можно сделать даже руками, только дайте слоеному тесту немножко остыть. Вот так вот разъединяем, и у нас получается низ и крышечка. Ну все, начинаем собирать нашу закуску. Мы берем один квадратик, смазываем его сыром, кладем сверху огурчик, рыбку и накрываем крышечкой. Посмотрите, какая красота получилась. Это очень красиво, а главное, что мы сделали эту закуску буквально за 20 минут. Пробуем? Подойдем. Ребята, это очень вкусно. Здесь классическое сочетание сливочного сыра, свежего огурца и соленой рыбы. Это просто идеально, и это работает всегда. Если вы готовите, например, тарталетки, вы можете просто все это дело порезать на кусочки, и будет очень вкусно. А еще, конечно, огромную роль играет качество слоеного теста. У меня оно превосходное, поэтому я пока собирала бутерброды, несколько кусочков слоеного теста съела просто так. Обязательно приготовьте такую закуску на праздничный стол, на завтрак. Попробуйте прямо сегодня,
Она вам точно понравится. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, нравится ли вам такая закуска и будете ли вы ее готовить. Всем до встречи, пока!